Всем доброго дня! Сегодня мы готовим самый быстрый бисквитный рулет с яблоками и грецкими орехами. Рулет готовится очень быстро, буквально через полчаса его можно уже подавать к чаю. Итак, начнем. У меня в холодильнике нашлось несколько яблок, на которые уже никто не хотел смотреть, но тем более кушать. Вот не нравился им внешний вид. Я решила приготовить что-нибудь к чаю из яблок. Итак, мы взяли яблоки, очистили. Я их натерла на крупной терке. Добавила лимонный сок, чтобы у нас начинка не очень сильно потемнела. Потом сахар. Сахар добавляйте по вкусу. 1-2-3 ложки, как хотите. Или же сахарной пудры. Также я добавила сюда ванильный сахар и корицу. Все это хорошенько перемешиваем и оставляем в сторонке. Теперь мы приступаем к приготовлению бисквита. Сначала мы разделяем яйца на белки и желтки. Начинаем взбивать белки. Взбиваем с щепоткой соли до устойчивых пиков. А затем взбиваем желтки с сахаром и получаем вот такую вот пену, светленькую. Потом в несколько приемов добавляем сюда муку и хорошенько размешиваем, чтобы не осталось ни одного комочка. Потом добавляем сюда взбитые белки и осторожненько, нежно все это вмешиваем. У нас получилась вот такая вот масса. Также заранее мы приготовим грецкие орехи. Я измельчила орехи на блендере. Вы можете измельчить удобным для вас способом. Затем на пергаментный лист мы выкладываем начинку из яблок. Все это разравниваем и выливаем наше бисквитное тесто. Я вот вылила вот такими вот частями, а потом все это просто разровняла ложкой. Выпекаем при температуре 180 градусов до золотистого цвета бисквита, а потом сразу переворачиваем начинкой вверх. Бисквит переворачивайте тоже на пергаментную бумагу. Я забыла положить пергамент, и он у меня немножечко пристал к противню. Я посыпала сверху орешками и также полила еще немножечко медом. Получилось очень вкусно. Затем завернула все это в пергамент и положила буквально на полчаса в холодильник, чтобы он немножко остыл. Посыпала сахарной пудрой. Все, бисквит наш готов. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал. Всего доброго! Удачи вам, друзья!